очень рада сегодня всех видеть. Наконец-то совсем наступило лето. Не знаю, надеюсь, что у всех в Москве наконец вот в эти выходные наступило лето, стало тепло, и уже потихоньку можно выходить на улицу. Надеюсь, что такая прекрасная погода во всех регионах нашего обширного присутствия, и что у всех у вас лето есть, настроение есть. И сегодня у нас еще, да, такой классный день, сегодня первый день новой компании, и в нашем направлении косметики для дома вышла сегодня первый день в общую продажу, очень интересная новинка, про которую я сегодня с удовольствием хочу вам рассказать. Это не очень обычный продукт, да, он, с одной стороны, для каких-то таких очень необходимых нам всем целей, но, как бы, да, мы не очень любим все там разговаривать про чистоту ванной и каких-то туалетных комнат, но, тем не менее, без наведения порядка в этой комнате, наверное, нам всем будет очень некомфортно. И вот сегодня, да, я представляю вам продукт, наш новый гель для очищения туалета. Это средство 7 в 1, но даже не это является его основным такой фишкой, да, и действительно мы как бы долго изучали рынок и думали, что такого классного и интересного мы можем сделать для этого продукта, потому что я знаю, что все любят наш текущий продукт для средства для туалета, оно прекрасно тоже чистит, у нас много прекрасных отзывов, но мы не стоим на месте, мы понимаем, что мы хотим радовать вас постоянно какими-то инновациями, мы изучаем новые компоненты, новые технологии, и вот в новом продукте для туалета мы объединили 7 необходимых качеств, да, для очищения туалета, про которые я обязательно расскажу каждое подробно, но самое главное, этот продукт обладает технологией Smart Color Technology, да, это технология изменения цвета, или содержит в себе умный индикатор контроля за удалением загрязнений, что нам кажется для такого места, требующего очищения, как туалет, очень-очень важно, потому что важно не только почистить, важно почистить хорошо, и самое главное, не упустить каких-то моментов, каких-то мест, да, территорий, где почему-то загрязнения не были удалены. Вот с нашей новинкой мы надеемся, что каждому из вас это будет сделать намного проще. Продукт имеет тот же самый флакон, то есть он прекрасно, удобно наносится под ободок унитаза, что самое главное, да, это самая такая закрытая область, которую не всегда удобно чистить, поэтому, конечно же, нужно пользоваться ёршиком, да, и я для всех, кто не чистит туалет каждый день, а я думаю, что большинство из нас не делает это каждый день, все-таки рекомендую использовать обязательно ёршика, да, в помощь себе, когда мы делаем какую-то такую плановую выходную уборку, да, всей квартиры. Я думаю, что ванная и туалетная комната туда обязательно входят. Все-таки, да, когда мы чистим, мы наносим средства, но обязательно себе потом помогаем ёршиком, чтобы исключить какие-то не, как бы, приятные моменты. Так вот, этот продукт при нанесении на поверхность, он прекрасно растекается, он не очень вязкий, и сделано это абсолютно специально, да, потому что для средств для туалета, а поверьте нам, мы за время разработок, за несколько лет посмотрели абсолютно все аналоги российского рынка, европейского рынка, американского рынка. И, в общем, лучшие средства для туалета, они обладают достаточно невысокой вязкостью, потому что очень важно для этих продуктов, чтобы они прекрасно, максимально хорошо растекались по поверхности. Для этого продукт должен быть именно жидким гелем. И наша новинка обладает именно такой консистенцией для того, чтобы обеспечить вот этот вот максимальный покрыв поверхности, на которую вы ее наносите. Поэтому, да, он достаточно хорошо течет, поэтому не надо просто его наливать слишком много, не наклонять утенок слишком сильно, да, достаточно небольшого уклона, чтобы прекрасно попасть и под ободок, и все средство, которое будет нанесено, оно прекрасно растечется и распределится по поверхности, да, ну, какие-то все, есть еще как бы влияние на форму туалета, который у вас, они немножко бывают разные конструкции, понятно, что если туалет совсем плоский, есть такие конструкции, ну, можно иногда чуть-чуть помочь ёршику, да, распределению этой поверхности, но самое главное, да, что этот продукт как раз не должен быть вязким, иначе он будет просто оставаться и истекать достаточно медленно, не будет вот этого полноценного распределения поверхности. Итак, ноу-хау, Smart Color, это сам индикатор, который позволяет обеспечить вот этот 100% контроль над удалением загрязнений, которые мы очень хотим вам подарить. А как же это работает? При нанесении продукта, сам продукт зеленого цвета, ну, зеленого, иногда уходящий такой в цвет морской волны немножечко, но основной цвет зеленый. При нанесении на поверхность, в тех местах, где находятся наибольшие загрязнения, да, это может быть мочевой камень, это могут быть известковые
отложения. В регионах с достаточно водой, с большим содержанием железа, это могут быть потеки ржавчины. Это уже, да, зависит от того региона, кто из нас где живет, и особенностей той воды, которая находится у нас в водопроводной системе, плюс от того количества загрязнений, ну, которые скапливают в себе эта поверхность. Так вот, на те области, где загрязнения очень сильные, изменение цвета начнется достаточно быстро, да, то есть вы увидите, что вот этот вот зеленый цвет морской волны будет переходить в цвет такой синий-голубой. Да, точно так же такое же изменение будет происходить под водой, в той части унитаза, и там продукт тоже работает, который находится под линией воды. Плюс, собственно говоря, после нанесения мы очень рекомендуем, когда средство уже распределилось и поработало на поверхности, вы берете ёршик, как я говорила, чтобы исключить вот эту вот историю про... Одну секундочку. Про отсутствие, как бы, или не распределение поверхности. Вы по всей поверхности постепенно, после того, как средство уже поработало, да, вы вот на каких-то отдельных местах, у кого-то где ржавчина, у кого-то где известковое отложение, вы будете видеть постепенные такими полосочками, у кого-то пятнами, это зависит от пятен, у кого они где есть, это очень индивидуально, будете наблюдать изменение цвета. После того, как средство слегка поработало, вы его, соответственно, берете ёршик, и уже ёршиком мы проходимся по всей поверхности, да, и как бы мы видим, что средство уже как бы, когда мы усиленно чуть-чуть, да, добавили ему как бы физического воздействия, цвет везде поменяется на оттенок зеленого. Это говорит о том, что произошло вот это снятие грязного покрытия с поверхности туалета. И, собственно говоря, мы можем переходить к первому этапу смывания, да, мы смываем. И вы абсолютно четко прямо увидите те области, где продукт еще останется. Они будут иметь такой светло-голубоватый, зеленоватый оттенок. Это значит, это те области, по которым вы... Понятно, что мы когда чистим, мы глазом не можем понаблюдать все, что почищено или не почищено. Вот те области, на которых еще осталась вот эта вот поверхность грязи, которая была изначально на поверхности туалета, они останутся. Соответственно, эти области, конечно же, нужно еще раз пройтись ёршиком, чтобы как бы после смывания... вы увидели абсолютную белизну той поверхности, которая, которой мы все и стремимся. То есть этот продукт, он и своим изменением цвета, и том, что он прямо вот показывает зоны, которые остались в каким-то моментом не прочищены, он прям дает возможность и гарантирует вот этот более такой полный контроль за процессом очищения. Да, продукт прекрасно работает на все основные типы загрязнений, характерные для... Это как для ванной комнаты и в первую очередь для самого туалета, да, все, что остается на плитке, это известковые подтеки и мочевый камень, который на самом деле очень-очень сложно удаляется, особенно если в случае какие-то немножечко запущенные, да, если кто-то из ваших клиентов продукт употребляет, может быть, не только для очистки прямо дома, квартиры, где живет семья, а для каких-то более общих мест пользования, где обычно этих загрязнений намного больше. А продукт очень мощно работает. Единственное, понятно, что в случаях более тяжелых его нужно оставить на поверхности подольше, да, начиная там, от 20 минут, если в обычных условиях достаточно 10 минут, то в случаях каких-то экстремальных как бы, загрязнений, если мы пришли куда-то, где очень давно не убирались, то лучше от 20 минут можно оставлять на поверхности и больше на фаянсовую поверхность. Комплекс кислот, который здесь находится, никак отрицательно не влияет. Единственное, продукт, конечно, очень активный, поэтому исключительно в перчатках его тоже нужно применять. Я очень прошу быть аккуратно. Крышечка содержит механизм защиты от детей, да, то есть ее просто так не открыть, на нее нужно нажать и только после этого повернуть. И все-таки, да, всегда еще обращаем внимание и просим хранить такие средства в шкафчиках, недоступных для детей месте. Мало ли что, и, конечно, берегите руки, перчатки. Вот. Помимо того, что это известковый налет, это мочевый камень, есть специальная очень мощная кислота в составе, которая работает с ржавчиной. Как я уже говорила, для некоторых регионов это очень актуальная проблема. Когда вода из водопровода содержит очень большое содержание железа, вот эти вот подтеки такие оранжевые на нашем туалете имеют место быть, достаточно быстро могут появляться. Этот продукт имеет в своем составе кислоту, которая будет прекрасным помощником в устранении и этого дефекта. И
чтобы кто-то не удивлялся, да, вот эти изменения цвета как раз на ржавчине иногда свет может переходить не только в голубой, а могут проявляться такие желтые оттенки. То есть в зависимости от того типа загрязнения, с которым взаимодействует продукт, его реакция по изменению цвета, она может немножечко варьироваться. Но в итоге, по факту уже полностью произошедшего очищения, когда вы почистили ёршиком и так далее, то будет голубой цвет, и, собственно говоря, смываться у вас все это будет водой, вы будете видеть голубой цвет. Это говорит о том, что, в общем-то, очищение произошло, ну и все поверхности, которые очищены, они тоже будут уже искриться белизной, скажем так. Вот. Очень важный момент, да, что комплекс кислот, который содержится в этом продукте, обладает, наверное, сейчас тоже очень важный момент, помимо своих очищающих как бы возможностей на разные типы загрязнений, это еще и антибактериальный выраженный эффект. То есть, в общем-то, для устранения бактерий и каких-то вот микробиологических загрязнений, которые могут, к сожалению, находиться в таком как бы интимном месте, как туалет, этот продукт прекрасно с этим справится. Я, конечно, очень рекомендую, когда вы действительно, ну, очищаете туалет, допустим, после там кого-то, кто-то там опять-таки болел в семье или какие-то там немножко более общего пользования места, то для таких случаев оставьте, пожалуйста, средства для очищения не менее чем на 40, можно до часу. От 40 минут до часу оставьте на поверхности, и тогда вот этот антибактериальный эффект очень актуальный, в принципе, в туалетных комнатах, вдвойне актуальный в тот период, с которым, к сожалению, все с вами сейчас столкнулись, он будет проявлен максимально. Вот, еще вот, как бы, я думаю, что это такой тоже еще один важный момент. И продукт, кроме устранения бактерий, загрязнений, устраняет и неприятные запахи, да, еще, наверное, не секрет, еще одна такая актуальная тема для этой комнаты. Так вот, и неприятные запахи продукт прекрасно нейтрализует, да, он имеет новый аромат, мы тоже очень долго достаточно искали, что же, в общем-то, сделает наш продукт притягательным, как бы, еще и в этом смысле, и, как бы, наше средство сейчас обладает абсолютно таким классным, такая морская свежесть, я бы сказала, даже аромат океанического бриза подарит вам этот продукт, им достаточно приятно пользоваться во время того, как вы будете очищать эту комнату, естественно, остаточный как бы аромат, он будет оставаться, и это гораздо приятнее, да, когда поверхности искрится, и вы чувствуете вот этот вот аромат свежести, и с запахами неприятными, соответственно, продукт прекрасно работает, они будут устранены, не будет ощущения затхлости, которые иногда, конечно, присущи туалетным комнатам, если мы по каким-то причинам не можем их удалять так часто, как, в общем-то, нам бы того хотелось. А уже говорила, но еще раз повторю, обязательно как бы рекомендую наносить, начиная от ободка унитаза, что-то будет работать под поверхностью воды, там тоже обязательно почистите ёршиком после завершения, да, та область, которая под водой, средство туда попадает, оно работает прекрасно и там, и понятно, для того, чтобы эффект смывания прошел полностью, вот после работы продукта ёршик, он снимет вот эту вот очищенную как бы грязь, и поверхность останется чистой. И такое, наверное, очень классное свойство этого продукта, тоже не могу про него не сказать, оно является пролонгированным эффектом защиты поверхности. То есть после того, как вы уже его нанесли, оно поработало, мы его ёршиком посмывали, как бы, да, смыли, повторно убедились, что у нас не осталось окрашенных поверхностей на туалете, наш туалет безупречно чистый, а на самом деле на поверхности вашего туалета останется такая невидимая пленочка, да, то есть тут есть специальный компонент, который вот обладает такой способностью, которая будет защищать его от осаждения следующих загрязнений. Это значит, что, во-первых, ваш туалет пробудет чистым чуть большее количество времени, но самое главное, что в следующий раз чистить, каждый последующий раз его будет значительно чище, значительно проще. То есть уже все вот эти загрязнения, которые там неминуемо появляются, они не смогут пристать к поверхности настолько крепко и настолько крепко и сильно. Смывать их в следующий раз будет намного проще. Мне кажется, это прекрасный такой бонус для всех из нас, кто как бы, мы иногда все это делаем, убираемся, и в том числе в туалетных комнатах. И когда в следующий раз, конечно, это будет значительно быстрее и проще, это очень классно. Вот и функция пролонгированной защиты у этого продукта есть, и мне кажется, вот он обладает всем комплексом прекрасным
свойств, которые помогают ему быть неэффективным и при этом действительно помогать нам тратить наше время на что-то другое. Потому что мне кажется, да, есть необходимые вещи, но очень хочется сделать это комфортно, быстро, а в следующий раз и еще проще. Этот продукт каждому из нас подарит такую возможность. Сегодня вот он начался продаваться. Я рекомендую вам его попробовать, тем более могу сказать, что стартанул он совершенно с классной акции, да, у него сейчас распространяется специальное предложение, два любых продукта с разворота с этим продуктом можно купить всего за 145 рублей, это действительно очень классная цена, я могу сказать, что ну, для продукта с подобными свойствами на российском рынке, в принципе, это такая достаточно инновация, и, конечно, мы его вот выпустили как подарок в таком суперцене, чтобы максимальное количество наших покупателей смогли попробовать такой продукт, оценить, и, конечно, очень хочется эту опцию, удобство подарить в каждую семью, чтобы это было и безопасно, и удобно, и экономно, так что я очень вам всем рекомендую обратить внимание на него и попробовать его уже в этом каталоге совместить приятное с бережливым отношением к бюджету, мне кажется, всегда очень хорошо. Вот, ну, как бы сегодня у нас, да, такая не очень длинная встреча, все, наверное, какие-то прям совсем основные моменты я про продукт рассказала, анонсирую, что на самом деле мы сейчас готовим такой очень интересный наглядный опыт, чтобы продемонстрировать, как эффективность этого продукта и как он справляется с известковыми загрязнениями. И на следующей неделе мы его обязательно выпустим, он будет доступен вашему вниманию. Кто-то из вас, кто любит повторять как бы какие-то эксперименты и демонстрировать их лично, сможет этот опыт взять себе в копилочку и демонстрировать своим покупателям. Он достаточно простой и быстрый, и самое главное, очень наглядный и вот показывает вот этот яркий, прекрасный эффект работы индикатора за контролем за загрязнением, да, когда происходит удаление загрязнения, происходит, соответственно, сопровождающееся изменением цвета. И вот уже на следующей неделе этот опыт будет доступен. Мы обязательно сообщим вам об этом в нашем блоге, выложим на все наши ресурсы и, возможно, как бы, да, еще встретимся, прокомментируем какие-то моменты. А сейчас, как бы, да, у вас будет возможность пробовать этот продукт, и я тогда отвечу на те вопросы, которые у нас возникли в процессе сегодняшней нашей встречи. Я тогда, если я что-то упустила, я сейчас постараюсь на эти вопросы ответить, чтобы у нас не осталось никаких «но». Подходит ли данное средство для биотуалетов и септик? Давайте отвечу так. Смотрите, в принципе, продукт содержит достаточно большое количество активных кислот. Но использование средства для туалета таково, что оно, ну, как бы, требует обязательно смывания, да, то есть оно попадает в канализацию всегда в сильно разбавленном виде. Понятно, что выливать этот продукт в септик нет, точно нельзя, потому что здесь все-таки достаточно активные кислоты, которые могут каким-то образом повлиять на микроорганизм. Если у вас нормальная канализация, да, и вы действительно используете именно продукт уже в процессе того, что вы его нанесли, и оно смывается в канализацию в сильно разбавленном виде, то, в общем-то, оно каких-то специальных ограничений не имеет. Наливать внутрь септиков целенаправленно в концентрированном виде точно не нужно. А можно ли эту информацию на слайде как в вебинаре? Да, те, кто любит вебинары, у нас будет, да, на следующей неделе, возможно, вы уже знаете, сет вебинаров от продуктовых направлений. Наш вебинар будет в пятницу 19 числа, если я не ошибаюсь. Собственно говоря, я собираюсь как раз этот вебинар посвятить как раз этому продукту, к которому я подготовлю презентацию. Она будет немножечко более обширная, да, чуть более углубленная в состав для тех наших покупателей, консультантов, да, кто совсем-совсем глубоко этим интересуется. И да, будет презентация вот после моего выступления в следующую пятницу. Можно посмотреть будет этот вебинар, если по факту будут какие-то вопросы, я, конечно, отвечу. Плюс этот материал, конечно же, вы получите. Достаточно обработки один раз в неделю. Ну, безусловно, для тех, кто, в принципе, делает уборку каждую неделю, да, один раз достаточно абсолютно точно, да, если тем более действительно не какая-то глобальная. То есть лучше как раз мы предлагаем
пользоваться не менее одного раза в неделю, чтобы это очищение туалета было систематическим. Тогда, я говорю, у вас и расход продукта будет очень экономный, и туалет точно всегда будет и гигиенически чистый, то есть без бактерий, и визуально сияющий. То есть один раз в неделю – это, тот, наверное, редкость, которую мы рекомендуем. Да? Кто-то, наверное, может себе позволить убираться два раза в неделю, это еще лучше. Наверное, в семье, где много деток, я бы, конечно, рекомендовала лучше пользоваться два раза в неделю именно с целью гигиенической чистоты. Это гораздо проще, да, не с точки зрения каких-то там вот накапливающихся загрязнений, с точки зрения гигиенической чистоты для больших семей лучше, чтобы это было хотя бы раз в две недели. Да, для нас, живущих активной жизнью, когда времени не хватает, одного раза более чем достаточно, и вы будете иметь вот этот классный эффект. Я говорю, тем более, если будете пользоваться регулярно, каждое последующее очищение будет занимать уже очень мало времени, потому что поверхность будет уже защищенная. Показать действие нельзя ли? Ну, прямо сейчас, конечно, наверное, нет. Это все-таки продукт с активными компонентами, тем более его надо куда-то сливать, он достаточно вязкостью как бы обладает, текучестью хорошей, поэтому нет. Но, как я сказала, мы уже сняли опыт, сейчас мы его как бы делаем красиво, оформляем титрами, анимируем, чтобы он был максимально привлекательный, и уже на следующей неделе мы обязательно сделаем об этом анонс, мы вам подарим этот опыт в вашу копилочку с этим продуктом, его можно будет просто смотреть, показывать консультантам, можно будет пробовать, как я сказала, он достаточно простой, надеюсь, тоже вам очень полюбится. А как называется продукт? Продукт называется гель очищающий для туалета 7 в 1, да, то есть в этом каталоге в 8 целая полоса, разворот как бы посвящен, собственно говоря, средствам очищающим для ванны, и там целая полоса посвящена этому продукту, как раз все те 7 свойств, про которые я сегодня рассказала, там как бы вынесены, как понятно, что уже без комментариев, но просто слайдами. Конечно, основной акцент на нашу технологию встроенного индикатора по контролю за удалением загрязнений. Так что продукт есть. Артикул у него, если кому-то тоже как бы 30-292, возможно, будет удобнее на сайте найти именно так. И еще один вопрос мне сказали, что у нас тут есть. Да, как еще правильно использовать, еще раз обращаю внимание, да, что продукт вы берете, мы рекомендуем его взболтать, как раз для того, чтобы распределение тоже, чтобы пока продукт стоит, особенно если стоит у нас долго, да, он немножечко, ну, его внутренняя реология может быть разнится внутри банки, поэтому перед применением начала мы рекомендуем его взболтать, после этого начинает ободка унитаза нанести прямо по как бы унитазу, средство само прекрасно распределится по поверхности. Ну, как я уже сказала, для тех, у кого совсем плоские туалеты, иногда так бывает, можно чуть-чуть вот на эту плоскую поверхность помочь сразу же ёршиком, оставить на 10 минут. Места сильных загрязнений вы визуально увидите, начнут менять цвет. Все остальное мы уже берем ёршиком и проходимся, да, до как раз смены уже всего продукта на такой светло-зеленый цвет в процессе обработки поверхности. Ёршиком как раз в это время работают ПАВы, и вы снимаете вот этот вот уже отработанный слой с загрязнениями с поверхности. После этого мы смываем. Если мы визуально видим, что где-то какой-то оттенок зеленых поверхностей остался, значит, по ней еще раз нужно пройти ёршиком. Это намек на то, что там вы не очень хорошо почистили. И его нужно, соответственно, снять. И еще один вопрос, содержит ли хлор? Нет, конечно, наши продукты не содержат никаких подобных агрессивных компонентов. Здесь нету хлора, конечно же, нет соляной кислоты. Ничего такого экстремального, что несет какую-то потенциальную угрозу, нет, в наших продуктах нету. И, конечно же, и в этой новинке косметики для дома хлора нету. Как бы здесь есть очень современные, одобренные, в том числе и европейским законодательством, то есть это и мощные, активные очень кислоты, которые прекрасно расщепляют вот самые сложные загрязнения, это мочевый камень, один из самых сложных для туалета, известковый налет, плюс они прекрасно в комплексе работают против бактерий, но никакого хлора здесь нету, при этом результат будет, я уверена, вы будете очень-очень довольны. Ну, насколько я понимаю, на все основные вопросы я ответила в дополнение к тому, что хотела рассказать вам сама. Еще раз приглашаю вас попробовать этот продукт. Обязательно пишите нам наши отзывы. Мы всегда с удовольствием их изучаем, и мы будем понимать, что вам интересно.
и на какие вопросы еще нужно ответить. Ну и, как я сказала, уже на следующей неделе ждите, будет прекрасный видеоопыт, который будет и полезно, и наглядно, и вы сможете его демонстрировать. А всем прекрасной недели, прекрасных покупок и продаж по новому каталогу. Я думаю, что в скором времени мы снова увидимся по поводу какого-нибудь очередного нашего очень интересного продукта. Спасибо!